слышали про то, что Росатом собирается увеличивать объемы захоронения радиоактивных фонов? Нет, я, если честно, не знаю. Знаете? Нет. Я вам просто это говорю. Как вы к этому относитесь? А что это значит? Это очень плохо. Ну, не хочется дышать отравленным воздухом, и мало ли вдруг авария какая, это же страшно. Ну, вообще отрицательно. Почему? А, ну, потому что это в любом случае начнет разлагаться, попадет в воду и так далее. Просто поэтому. Ну, что-то слышала в интернете, читала, но я... Ну, конечно, мы не хотим. Конечно же, мы против, чтобы было загрязнение. У нас и так засоренная вся, как говорится, атмосфера. Конечно, мы против. Да и все, наверное, каждый был против. Как вы к этому относитесь? Вот в какой перспективе? Да пока никак не относится. То есть пока этого нет, не волнует? Конечно. Увеличивать объем захоронений ядерных после Фокина. Не слышали? Вот я вам сейчас говорю, как вы к этому относитесь? Отрицательно. Почему? Ну зачем мусор-то делать? У нас и так мусора своего, это еще радиоактивно. Именно по онкологии. Я знаю очень много людей, у меня близкие умерли, а все от рака. Вот мы недавно одноклассника похоронили, тоже рак. Почему-то об этом молчат. Так и дано у нас дальше будет увеличиваться, и в нашем Приморском крае. Интересно, в нашем Приморском крае такой большой процент заболевания по онкологии или по всей стране? Вот это хотелось бы узнать. Как вы думаете, к чему это может привести? Я не знаю, что это такое. Радиоактивные отходы? Ну это неправильно, этого не должно быть. Я выступаю категорически против этого. Ну это очень может плохо отразиться на здоровье людей и будущего поколения. Поэтому этого никак нельзя допустить.